желание очень, на самом деле, искреннее, потому что это то, что меня, наверное, спасает. Есть очень много вещей, которые меня стрессируют, и очень много вещей, которые меня восхищают. И больше всего меня поражает, как в мире в одном может существовать что-то прекрасное и что-то ужасное. И когда что-то плохое или ужасное происходит, и я об этом узнаю, я понимаю, что я никак не могу на это повлиять, изменить. Мне остается только вот так спасаться. Я спасаюсь чем-то красивым. Я себе это представляю, или я нахожу это глазами, вот буквально утыкаюсь в это своим взглядом, смотрю и как будто подпитываюсь. Как будто я через глаза получаю какую-то силу жить, какое-то вдохновение. Это прекрасно и наполняет меня энергией. У меня было долгое ощущение, что мир — это только цветочки. Возможно, потому что я выросла в очень такой любящей семье, которая меня опекала, оберегала. Но взросление наступило, и я не понимаю, как вообще, как жить. Единственный способ — это, наверное, оставаться вот как-то в равновесии. Это красота, которая меня спасает, она меня наполняет. Отсюда такое название, что я не могу не испытывать боль. Это просто невозможно не испытывать какие-то негативные и нежелательные эмоции. Но я могу сделать для себя это как-то менее травматичным с помощью красоты. Потому что кроме плохого есть еще и вот это. Цветок для меня — это такой символ, на самом деле. Он красивый, цветок сам по себе очень красивый. Это красиво и это хрупко, это беззащитно. То есть красота и хрупкость — это что-то очень близкое. И самым большим, наверное, самым ранним для меня эстетическим потрясением был цветок, потому что я помню, это чувство восхищения настолько сильное, что оно становилось ревностью. Это как ревность, что не я создала цветы. Я помню, она была совсем маленькая, что мне не нравились цветы, но я их рвала. Это такое очень сложное чувство. Я их просто вот срывала, что мне было обидно, что не я их создала. Это так прекрасно, но это не мое произведение искусства. И с тех пор цветы всегда вот... они со мной, как что-то прекрасное, что всегда меня поддерживает. Бумага, потому что это тоже очень хрупкий материал. Самый, наверное, хрупкий, непрактичный материал, с которым может работать художник, это бумага. И тем более белая бумага. Легко испачкать, легко помять, легко порвать. Но это материал, который больше всего ассоциируется со мной же, потому что я и есть для себя, я есть и чистый лист бумаги белый, который легко порвать, помять, испачкать. Так я себя ощущаю, как что-то совершенно непрактичное, очень уязвимое, очень хрупкое. И когда я работаю с этим материалом, я как будто бы, у меня такой диалог с собой происходит. И когда рвется что-то из бумаги, я это склеиваю. У меня ощущение, что я какую-то травму свою залечиваю, что ли. Что мне легко восстановиться, что я быстро восстанавливаюсь от чего-то. Ну, бумага — это я сама бумага, наверное. Гости выставки могут встретиться не то чтобы с кем-то, а с чем-то более абстрактным, например, со своими страхами. Но эти страхи будут так преподнесены, что они будут чем-то красивым, на что будет очень хотеться смотреть, но, глядя на это красивое, невозможно смотреть на страшное. То есть это что-то очень абстрактное, что можно встретить на этой выставке. В плане ощущений, а в плане героя — это человеческие животные и цветочные люди, наверное, так. Люди-предметы, люди-объекты.